Это просто реально настоящий Pop It Cartoon Cat. Прямо сейчас я буду вызывать Pop It Cartoon Cat, потому что никто еще этого не делал. Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет очень страшное видео, а перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два и три. Друзья, все вы знаете уже давным-давно нашумевшую, крутую, антистрессовую игрушку Pop It. Да, и как вы думаете, как Pop It может быть связан с мистикой? Да очень просто, потому что на сайте Darknet стали делать Pop It разных монстров. Это просто шок. Когда я обновила программу и увидела, что сейчас в продаже появился Pop It Cartoon Cat, я просто, ребята, офигела. Я была в шоке. Поэтому сейчас у меня в конверте находится $1000, то есть где-то около 100 тысяч рублей. За то, чтобы купить Pop It Cartoon Cat, я думаю, что вам понравится. Особенно, что они говорят, что если заказать этот Pop It Cartoon Cat в 3 часа ночи, то этот радужный кот придет в реальной жизни прямо сейчас, перед началом. Давайте соберем 5000 лайков, друзья, а мы пойдем отдавать денежку нашему менеджеру сайта Darknet. Погнали! Итак, ребята, прямо сейчас в конверте находится $1000, и мы собираемся отнести их в то место, где обычно мы делаем обмен денег на специальный предмет сайта Darknet. Лаки очень сильно просится с нами. Все вы знаете мою собаку Лаки. Кстати, у меня есть канал о питомцах, который называется Есинская Пэтс. И там, в принципе, я рассказываю о своих домашних любимцах. Так что переходите ссылку о каналах и найдете все мои каналы и подписывайтесь на них, пожалуйста. Также есть канал, где я рассказываю страшные истории. Он тоже очень клевый, интересный, так что подписывайтесь, друзья. Сейчас буквально без 15 минут 3. И поэтому, друзья, так темно. Сейчас я обменяю эту $1000 на просто игрушку, которую никто никогда, нигде не видел. Это, ребята, это настоящий, это просто реально настоящий Pop It Cartoon Cat. Ладно, сегодня обмен будет состояться возле нашего древа мистики. И прямо сейчас мы, ребята, заходим в темный лес. Очень страшный мистический лес ночью, когда уже практически 3 часа ночи. Я не знаю, как вам там, по ту сторону экрана, но мне достаточно жутковато сейчас находиться здесь. Поэтому мы очень аккуратны. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. И сейчас мы прямо направляемся в то место, где произойдет обмен денег на... просто на эту антистрессовую игрушку Cartoon Cat. Pop It. Кстати говоря, ребята, кто знает, как переводится Pop It, правильно я произношу, да? Pop It. Друзья, это новая супер антистрессовая игрушка, которая переводится как, по-моему, лопни меня. Так давайте же начнем и запустим этот супер бомбический тренд. Pop It Cartoon Cat с сайта Darknet за 1000 баксов только на канале Королева Мистики. А мы ждем его прямо здесь, через пару минут. Итак, ребята, мне только что поступил смс о том, что наш Pop It Cartoon Cat на месте. И мне не терпится, я думаю, так же, как и вам, увидеть, как он на самом выглядит, на самом деле как. Потому что я много видела самых разных поп-итов, если можно так сказать. Потому что есть Among Us, есть Микки Маус, есть еще какие-то. Но я ни разу, думаю, как и вы, не видели, как выглядит поп-эт. Cartoon Cat, поп-ит. О, господи.
Ребята, это просто сумасшедшая антистрессовая игрушка. Pop It Cartoon Cat, просто жесть. Ребята, это просто крутяк. Давайте попробуем полопать его. Черт. Ребята, этот Pop It из пластилина. Это пластилиновый Pop It Cartoon Cat. Pop It из пластилина, ребята, это что-то новенькое. Если вы где-то это встречали, напишите мне. Но мне кажется, что мы прямо сейчас с вами задали просто обалденный тренд. Pop It из пластилина, Cartoon Cat. Он выглядит нереально круто. Скажите, ребята, прямо сейчас от 5 до 1 напишите, насколько круто выглядит этот Pop It Cartoon Cat. И хотели бы вы купить себе такой, знаете, идете такие по городу и вдруг решили достать из своего портфельчика Pop It сиреноголовый или Pop It, например, бледная леди, и начать лопать эти шарики. Но это еще не самое страшное, друзья. Прямо сейчас мы вернемся в наш дом мистики и произведем обряд. Я попробую оживить Pop It Cartoon. Я попробую оживить. Здесь очень страшно в этом лесу. Pop It Cartoon Cat. И посмотреть, что же будет, если я сделаю из этого попыта необычную антистрессовую игрушку. А, вуду. Вуду. Антистрессовую игрушку. Блин, это просто нереально. А вы ставьте лайк прямо сейчас. Погнали. Итак, ребята, прямо сейчас мы приступим к тому, чтобы воскресить попыт. Господи, попыт, картонка это на нашей доске для вызова духов. 3 часа ночи. Это не... Что это за звук? Господи, ребята, это нереально страшно, потому что это ново. Потому что никто еще этого не делал. Просто представляете, вы берете свой любимый поп-ит, проводите обряд. Не обязательно брать доску. Просто можно сказать: поп-ит, приди. Поп-ит, приди. Я не буду договаривать 3-й раз. И он придет. Но кто именно придет, не знает никто. Прямо сейчас я буду вызывать Pop It Cartoon Cat, потому что я заказала его на сайте Darknet. И он, ребята, из пластилина. Я пытаюсь нажать на эти вот Pop It-ки, понимаете? Пытаюсь на них нажать, но они, к сожалению, не лопаются. Но, ребята, это пластилиновый Pop It, и, возможно, у него абсолютно другая задача. Хорошо, давай, Pop It, ты побудешь пока здесь. Где-нибудь я тебя здесь оставлю. Мне нужно провести обряд. Пожалуйста, помогите мне, силы Всевышние. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Pop It, приди. Pop It, приди. Pop It, приди. Pop It, ты здесь? Pop It, ты здесь? Pop It, ты существуешь? Вау. Так, ребята, я не уверена, Pop It это или другой дух, потому что доска может просто все что угодно отвечать. В принципе, ладно, спросим. Pop It, это ты то существо, которое лопается после того, как на него нажмут? Господи, ребята, ты можешь рассказать немножко побольше о том, что ты за монстр? Да, ладно, ребята, смотрите, для того, чтобы Pop It или другой монстр, я не знаю, кто пришел к нам на связь, рассказал нам. Черт. Ладно, нам нужно связаться через планшетку. Pop It Cartoon Cat, ты обещал рассказать, какой ты, как ты выглядишь.
И что ты делаешь? Для этого я должен вселиться в тебя. Ребята, вы слышали? Поп Ит Картун Кэт сказал, что он должен вселиться в меня. Давайте ему позволим это сделать. Но лишь ненадолго, потому что это крайне, крайне опасно. Хорошо, я даю тебе разрешение, чтобы ты вселился в мою душу. Но я также даю тебе разрешение, чтобы это было не больше одной минуты. Время пошло. Черт, Ирина. Лопни. Что произошло? Дим, я видела всех монстров, ребята. Они просто были все радужные. Они были все цвета радуги. Каждый фазан, как это говорится? Каждый охотник желает знать. Знать, где сидит фазан. Цвета радуги. Они просто, все эти монстры ходят в радужном свете и говорят одну и ту же поговорку. Все монстры, все твари существуют в попыт. Нереально просто, ребята. И Cartoon Cat тоже там был. Кстати говоря, куда он исчез? Я не знаю. Ребята, я не знаю, понравилось ли это вам видео, но, пожалуйста, давайте соберем на нем 5000 лайков, если вы хотите увидеть новый Pop It, например, сиреноголового. Всем пока!